Это остров Олух, сынок. Он веками был домом для многих поколений наших предков. Я обязанность защищать нас, Игин. Знаешь, я тоже скучаю по папе. Да, мы заставим его гордиться нами. Я не вижу возможности оставаться на Олухе. Дело не во мне, Астрид. Все эти жаркие речи, планы и управление деревней — это его жизнь. Я горжусь тем, что ты мой сын. Все ясно? Я умер. Нет, хотя очень старался. Но как тебе? Если мы хотим жить в мире с нашими драконами, нужно принять решение. Я предлагаю исчезнуть. Скрыться. Увести драконов туда, где их никто не найдет. Их земля где-то там, на краю света. Возможно, это наше спасение. Сынок, почему не спишь? Просто пить хочется. Рано ли собрался в отставку? Он справится. Вот увидим. Когда земля трясется и извергает потоки лавы, это драконы посылают нам весточку, что они все еще здесь.